Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня продолжается тест героя. Потестировал его на битве гильдии, и теперь я хочу его еще потестировать на подземке. Вот такая вот сборочка у нас у героя. Все очень просто. Максимальный деф, ССка, уклонение, 17 тысяч уклона, и мы просто бежим, залетаем на восьмую кошмарку и смотрим, что у нас здесь получится, сможет ли он активироваться и соло затащить. Я надеюсь, что сможет. Если его, конечно, зарядят, он включится. Так, вот он включился. Попадает по нему, или это он на отражалках? Это, ну, он, наверное, на отражалках сливается. Скорее всего. Ого, что там делается? Там прям трэш целый. Я не вижу, он дамажит, не дамажит. Что-то вообще непонятно. Может и дамажит, но лучи не летят. Надо, наверное, скорее всего, брать сюда Атланта. Под Атлантом сливать всех. Ну, сейчас посмотрим, пусть побегает. Скорее всего, он еще может, знаете, по голубях попадать. Как вариант. Что-то непонятное. Наверное, надо загреть на одну сторону всех, а потом его с другой стороны попробовать, как варик. Потому что я не вижу от него включения. То есть одним отвлечь. Вот, вот теперь он включился. Он, скорее всего, сейчас на отражалках отлетит. Да, так и произошло. Дальше он уже не включается. Все понятно. Значит, ставим ему сюда. В принципе, как и командоре, ставили подашку. Чтобы он не сливался. Пробуем так. Основная задача, чтобы он хотя бы раз включился. Как только он раз включится, там уже дальше надо будет выжидать время. Да, видите, надо все-таки... Не, все, включился. Смотрим. Теперь смотрим, что этот герой сможет сделать с подземкой. Сможет ли... Ну, я за бездонаты, наверное, говорить не буду, потому что бездонаты... Им сложно будет прокачать такой вариант героя. Ну, в принципе, это вполне реально для некоторых серваков. Но смотрите внимательно, что он делает здесь. Блин, ну я не знаю. Для подземок однозначно топчик. То есть у нас сборочка огненка, плюс священный суд, плюс подашка и уклонение. Там у нас стоит 6 уклонов, то есть 6-я чарка. В принципе, ничего прям такого сверхъестественного и слишком на 2 у дорогого нет. И мы выносим подземки соло без питомцев. 81%, ребят. Это уже говорит о чем-то. Не знаю, или мы сможем дотащить все так, но, по крайней мере, 8-1, смотрите, разбирается, разгребается. Дамага у него реально дофига. Дамага у него хватает. И причем за 1.5 минуты мы с вами сделали прохождение, по сути, на 3 звезды. Но тут надо, чтобы он сейчас попал еще по зданиям. В ратушу залетело. Пока залетает в демонов.
Ну, рандомчик. Так, две таблетки у нас осталось, да? Ну, 8-1, можно сказать, что пройдено. Выкидываете там Дрейка, либо не знаю кого. Ну, я думаю, тут за 3 минуты он дофармит это все. Супергерой, вот реально супер. Для бездоната это просто подарок. Я вот так вот скажу. Это фарм золота маны. Да, это актуально для бездоната. Это фарм подземок. Это фарм PvP локаций. Ну, в общем, хорошая тема. На битве гильдии мне он тоже понравился, как добивающий герой. То есть он набивает свыше 60%. Это говорит о том, что этот герой реально актуален. Конечно, все зависит от вашего противника, как обычно, но многие герои не могут справиться с этим здесь. Вот, пожалуйста, фактически у нас одна таблетка осталась. 2,5 минуты, 8-1 зафармлено. Поехали, пробуем дальше. Все, включился. Ну, уклона свыше 15к, по-моему, здесь с головой хватает. Без всякой магии, без ничего, он просто тупо руинит восьмые кошмарки. Супер. Что ни говори, я буду просто в ускоренном режиме уже сейчас проходить. Ну, я не буду вам все показывать, но вы сами видите. Это маленькие подземки, здесь все набивается на изи. То есть здесь 8-1, 8-2, 8-3. Самое основное, чтобы он включился. Там уже, блин, расфигачили, раскочегарились по полной. Видите, сложно, сложно включиться. Будем пробовать. Можно, в принципе, и заморозкой попробовать. Видите, не дают ему зарядиться. То есть одна из проблем. Ну, вариант есть один вариант, просто поставить ремку на такие варианты там, где этот, либо поставить ПДшка. ПДшка плюс железка, чтобы у него было именно включение. Но тут много отражалок, поэтому тут ПДшка плюс этот. Поменять просто. Ладно, давайте попробуем дальше. Так, опять он не успел включиться, что ли? Надо делать отвлекающий маневр. А, там накинули молчание, душики и прочее. Да, ему не дают просто возможности включиться, плюс асурики. Попробуем вариант. Я так ради интереса, ради теста попробую железку. Понятно, что он сорьется, наверное, здесь. На отражалках моментально причем, но почему бы и нет. Да, видите, проседает очень. Но зато включается. То есть вариант ПДшка плюс железка, либо ремка. Но надо что-то от отражалок, потому что он от отражалок. ПДшка однозначно должна быть. Он убивается об отражалке. Ну и все. И, в принципе, без проблем это будет проходиться. Сейчас попробуем тут. 8-4. Вот он включился, но он убивается об отражалке. Давайте, ради такого дела.
Сейчас попробуем перекачать его. Так, ну что, ребят, перекачиваем героя дальше. Пришлось немножко отойти. Меняем, ставим ему, я сделаю такой вариант. О, как раз 12 камней у нас осталось для этого героя. Ставим. Так, где-то я далековато залез. Можно было бы, в принципе, все с девятками, так какая разница. Камешки — это уже не проблема. Десятка, железка, для того, чтобы они забирали энергию у нас, и поехали. 8-3, да, у нас проблема была пройти. Вот он включился, заряженный. Ну, как видите, нам этого вполне хватает. Набиваем 50% и идем дальше. Так, чтобы по Борику все зафармить, посмотреть. Понятно, что чем дальше, тем быстрее он будет это все добивать. Ну, вы сами видите, что очень быстро набирается. То есть герой реально тоже кайфовый и для подземок восьмых. Именно своим скиллом, блин, ну это просто пушка. Если же командора где-то там не достает, то этот однозначно достает все. Вот 50. Он бьет по всей карте. 8-4. Все, включился. Плюс нас не станет. То есть это тоже плюс. То есть он однозначно в таком варианте у вас включится при любых раскладах. Так, 29, 31. Как видите, дамага здесь в такой сборке тоже дофигища. Первых 20 секунд, там, или 20, сколько, 24 или 28, работает железка. 50% есть, без проблем. Сейчас я чекну. . 27 секунд. Поехали дальше. 8, 5. Тут маленькая подземка, тут однозначно он быстро ее зафармит. Самый плюс в том, что он бьет рандомно, он не зацикливается на одной цели. У него летит все по всей карте, это однозначно плюс. 23%, 26%, 31%. Притом дамага у него реально дофига. 38%. 40, 44, 45, 48, 49, 51. Изи просто. Есть. 8-6. Та же самая ситуация. Ну тут, я думаю, вообще просто на изи. 8-6. Тут здание этих вообще фигня. Сейчас героев быстренько посносят. 23% уже за 15, за 20 секунд. По сути, тут без разницы, какая будет железка. 6-я, 7-я, 8-я. Самое главное, чтобы он зарядился, включился. Все. Дальше его не остановить. Ну и, конечно же, уклоном надо. Нормально. 8-6 есть, да? 8-7. Все. Включился, зарядился. Поехали.
Вариант есть, конечно, командору делать, но мне кажется, этот вариант получше. Командор не бьет по всей карте. Командора по всей карте не дамажит. Этот как раз-таки дамажит по всей карте. Вот 50% фактически за 30 секунд. 8-9. Смотрим. Все, включился, отлично. Сейчас опять же без проблем. Я думаю, он ушатает. Интересно, будет 8-10. То есть, по сути, на подземках, вот вам все подземки проходятся этим героем тоже. Понятно, здесь уклонение нормально у меня, но можно меньше уклонения. Сейчас попробуем, кстати, без суперпата, просто чисто с такими уклонами, какие у него есть. Так, 43%. Ну, там, где малые подземки, как вот это, они быстро проходятся. 46. 52. Без проблем. И 8-10. Тут у нас большая подземка. Поехали, посмотрим. Я пока водички похлебчу. Ну, что я могу сказать? Герой топчик. Бездонатный, хороший, добротный герой. Вот таких бы героев, наверное, побольше. И поменьше донатных. И вообще поменьше героев. 50% за 30 секунд, ребят, мы набрали уже. Как по мне, это вообще отличная статистика. Что, пробуем? Пробуем вынести фуловую подземку. Получится ли это у нас? Ну, смотрите, у него столько дамага, ну, вроде, казалось бы, по центральной башне там по 1000 проходит, там вообще жесть, да, в походу. Ну, видите, где защита стоит, 92% за минуту, у нас еще 2 минуты в запасе. У нас остались анубисы и демоны. Сейчас он анубисов разберет и будет больше, наверное, здания уже дамажить. Ну, даже так, 93%, ребят. За 1,5 минуты, я не знаю, ли мы успеем все добить, потому что тут магия на зданиях. Но все равно дамага здесь дофига. Но, наверное, он будет очень долго это бить. Это проще магии добить. То есть такой вариант героя вполне очень даже приемлемый. Не знаю, ли он сможет на 3 звезды затащить. Мы сейчас еще с вами проверим вариант без супер питомца, без максимального, то есть, уклонения. Попробуем просто чисто без супер пэта. Если он будет держаться, больше, в принципе, ничего не надо. Он эти здания будет долго бить. Конечно, шанс есть, но, видите, наверное, времени, скорее всего, нам не хватит. Ну, каждую секунду, то есть так, чтобы вы понимали, вот 35 ударов у нас еще будет. Да, видите, там по 780 попадает. Надо такое, 150 попало, нифига себе, 90. Не, дамаг проходит, 96%. Шансы, конечно, есть. Небольшие, но можно будет попробовать, думаю. Ну, на 3 звезды это не проблема затащить. Это один герой. Ну, что я могу сказать? Это топчик. Вот реально, герой мне очень нравится. Чуть-чуть нам осталось, как видите. Совсем там ратушу фактически добить и этот. Ну, 3 звезды, я думаю, без проблем можно будет зафармить. Пишите, если хотите увидеть. Будем пробовать на 3 звезды. Сейчас мы просто снимем с вами супер пэта и чекнем, сколько у героя. 11 тысяч уклонения, поехали. Опять же, 8-10 пробуем. Хватит, не хватит, не знаю. 11 тысяч уклонения, ребят. Без проблем. Без проблем он все равно держится. Это говорит о том, что не надо прям мега супер вау прокачек. Немножко качнули пэта, немножко качнули созвездие. То есть не обязательно там все выбивать, я вам показал.
6 созвездий, ну так, чтобы было одно хотя бы там в топовых, можно пятерку, четверку, там кому как повезет. И там наролили уклонений, понятно, это стоит нормально бабла, там 20, 30, 40 тысяч самоцвета может на это уйти. Ну это 50, это потолок, то есть сейчас не проблемно. И вот вам итог, за там, грубо говоря, час вы сможете зафармить, я думаю, все подземки с нуля до максималки. Без проблем. Без особых там, ну, можно еще магию добить, можно то добить, то. То есть это один герой просто тупо шатает. Давайте ради интереса уже 90% за 2 минуты. Не, ратуша, он все равно будет долго бить, мне кажется. Остались у нас таблетка, хранилище и центральная ратуша. Долго он, наверное, ратушу будет бить. Но это так, чтобы вы понимали, каждую секунду еще 130 ударов у него будет. То есть, если он будет вот так вот по 50 тысяч, ну, по-разному, видите, бывает как-то рандомно дамаг 70к пролетает. Очень рандомно все идет. 80к. Ну, я думаю, при большом везении можно будет пройти без проблем. В общем, герой, ребята, пушка. Мне он реально зашел, знаете, как Фрея в свое время. Вот вышла Фрея, это был шок. И вот это вот тоже герой такой, который действительно бездонатный и стоящий. Одна центральная башня у нас осталась и 50 ударов. Мне реально супер. Не, опять не добьет. Опять ратуша, наверное, 115. Опять именно ратуша остается. Видите? Все мимо пролетает. Сколько ударов? 100. Это надо чисто на везение уже пробовать. Но одной магией можно добить там еще чем-то. То есть 8-3 без проблем фармится. Точно так же, как и остальные подземки. Вот последние эти удары, смотрите, начал попадать, чуть-чуть осталось. Опять там пару, там 3-4 удара. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите, что вы думаете по поводу героя, завозите лайки. Всем удачи, всем пока.